Всех рад приветствовать на тренировочке нашего пресса. И поэтому мы начинаем. Начинаем с разминочки. Обязательно разминаемся. Разминаемся тщательно. Почему? Потому что пресс, спина – это кор нашего позвоночника. И мы должны его тщательно разминать. И держать, конечно же, всегда в тонусе. Почему? Потому что это защита нашего позвоночника. И самое главное, мы не должны кор этот перегружать, дабы не было последствий в виде грыжи или протрузии. Поэтому тренируемся, чувствуем себя и делаем это максимально аккуратно. Погнали! Первое упражнение на пресс. Мы его с вами разогреваем. И нижнюю часть, и верхнюю. Здесь делаем вверх, влево, вверх, вправо. Это одно повторение. Итак, делаем 3 по 5. Таз обязательно подкручиваем на себя. Поднимаем как можно выше. Обычно все хотят косые, но не знают, как их прокачать без дополнительного оборудования. Объясняю и показываю. Зацепляем ножку, ставим под коленки, работаем. Сейчас поделись 45 градусов. Итак, делаем правой рукой левую сторону, левой рукой правую сторону. Скручивание. 1, 2, 3. Итак, работаем 3 по 12. В конце 50. Не хлопков под ногами, а колени к груди и отталкиваем ноги. Итак, делаем 50 раз, фиксируясь над поверхностью, буквально 10 сантиметров. Ну что, это была тренировочка, называется «Разбуди свой пресс», а дальше только хлеще и жестче. Обратную связь пишите в личку. Девочки, простите, но потихонечку приспосабливайтесь и пробуйте делать то же самое. Только если в любом упражнении у вас болит шея, и вы тянете шеей, а не прессом, соответственно, у вас пресс пока еще слабенький, делайте облегченную форму, буквально делите все упражнения пополам. Все делаем в нашей тренировке, не забываем, пока еще по 15 раз, и каждое упражнение делаем по 3 повторения. Поехали! Отмечайте в инстаграме меня, пишите «Марафон», «Пресс-экспресс», «Серега Мехнин», и самое главное, внизу в уголочке ставьте то время, за какое вы сделали эту тренировку. Поехали! Пресс нас ждет, и меня тоже.